В нашей программе Андрей Бесогонов, студент третьего курса композиторского факультета, класс Юрия Сергеевича Каспарова. Импульс номер 3. Произведение написано в декабре 2013 года, своего рода этюд. Название пьесы – аллюзия на третью симфонию Лютославского, где первый репетитивный мотив является импульсом к жизни всех трех тем симфонии. Собственно, в импульсе автор хотел показать некое взаимодействие игры, тембров, ее контроля. Андрей специально написал произведение для нашего ансамбля и является победителем конкурса «Mixtum Compositum». Произведение исполнят Павел Орлов – гобой, Ольга Сычева – фагот, Владимир Котляренко – туба, Юрий Посыпанов – том-томы, Павел Осколков – скрипка, Александр Харламов – скрипка, Алина Петрова – альт, Михаил Оленин – виолончель, дирижер Сергей Акимов. Thank you.
Первое отделение окончено. Объявляем небольшой перерыв 7 минут.